Получить мастер-класс от маэстро – об этом мечтает каждый начинающий музыкант. Давать уроки юным талантам Чебоксарского музыкального училища имени Павлова приехали пианистка, заслуженная артистка России Татьяна Загоровская и выдающийся трубач Борис Табуреткин. Виртуозы показали студентам правила дыхания, постановки рук и даже сыграли с каждым из них. Вместе с юными музыкантами на мастер-классе побывал наш корреспондент Рифат Фаткулин. Как удержать зал и не сбиться с нужного ритма? Как с помощью музыки передать таинственность, радость или грусть? Татьяна Загоровская объясняла и показывала, терпеливо вслушиваясь в игру студентов колледжа. Обладательница целого списка музыкальных наград уже многих покорила своим творчеством. Она побывала с гастролями во многих городах России. Музыкальные критики не скупятся на похвалы в ее адрес, отмечают блестящую фортепианную технику и тонкое чувство стиля. На крышке сыграем. Вот видишь, как ты все напрягла. Давай. Поучиться у маэстро действительно есть чему. Выпускники Татьяны Михайловны завоевали свыше 50 наград на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Круг знаний, который мы даем детям, я стараюсь дать в частности, он чрезвычайно обширен, потому что он включает в себя и знания теории, и знания истории музыки, и знания стиля композитора. Потому что только это в конечном итоге помогает понять, что вообще он имел в виду, когда писал. И кроме того, колоссальное значение имеет чисто передача чисто практических навыков. Как сделать то, что ты хочешь выразить. Узнать больше о джазе и, конечно, изучить новые приемы игры на трубе. Следующий урок с Борисом Табуреткиным, старшим преподавателем Петербургской консерватории. Энергичный и простой в общении музыкант раскрывает секреты мастерства, говорит о звуке, о дыхании. Самое главное на духовом инструменте ведь работа дыхания. Это довольно кропотливый труд, чтобы дыхание встало на правильные основы. Это делается на простых вещах, когда это постановка дыхания идет с малых лет, когда ребенок порой даже не осознают, но играют правильные вещи, правильные упражнения, оно встает само на свои места. Каждому юному музыканту мастер уделяет время и дает советы, что-то подправить, где-то добавить, тонкости и нюансы исполнения, секреты создания. Все в помощь молодым музыкантам. Наташа Волкова, студентка 4 курса, играет свою любимую композицию «Конкурсное соло Маури». Труба – это звонкий инструмент, который просто, если ты хочешь раскрыться на сцене, то труба, она помогает мне. Его звучание может быть так же, как и агрессивное, и мягкое, и это привлекает. Студенты говорят, им очень повезло. Получить урок от опытных педагогов – большая редкость. Какой бы инструмент ни был в руках музыканта, важно играть на нем чисто, от души. Это и есть истинный секрет мастерства. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.